Торжественный привет всем телезрителям! В эфире ваша верная Ваня Пустовит и Лера Федичкин. Даже не верится, что завтра Новый год. Я так привык считать дни до Нового года, но праздник уже завтра. Это ведь здорово! Интересно, а Дед Мороз приходит, когда плюсовая температура? Какая разница, сколько градусов за окном? Деда Мороза не существует. Как это не существует? Вот так. Это выдумка взрослых. Ах так? Тогда я докажу тебе обратное. Я видел, как он мне прилетал. На улице он доставал всем подарки. Ко мне уже Дед Мороз приходил, когда мы не спали, и я его уже видела 2 дня. Проснешься, посмотрю в подъелку, и там игрушки. Потому что они холодные. А еще красивые. Еще можно посмотреть в окно на его сани. Он всем деткам замораживает стеклышки, на дудочке играет. Конфетки дает еще. Когда мама с папой спят, то тогда Дед Мороз приходит и забирает письмо и ложит подарок. Нужно доказать подарком. Я хотел паровоз, а он принес мне лего корабль. Дед Мороз рисует снежинки на окнах. Снегурочка целует детей. Потому что когда ему пишешь письма, он забивает их и приносит подарок, какой ты захотел. Можно положить конфету и посмотреть. Если под елкой уже нету конфеты, то значит он где-то мороз и существует. Просто он невидимый. Молоко и печенье оставила, а потом проверила, и Дед Мороз взъел. Он выглядит как настоящий. Он приходит на праздник, когда ставят елку и под нее ложат подарок. Можно переодеться в Деда Мороза. Ему надо еще угощение давать. Можно человека, который не верит в Деда Мороза, привезти себе домой, кто верит, и под елку он посмотрит и увидит, что Дед Мороз на самом деле существует. Деда Мороза фотографию показать. И они поверят. Напишем Юре письмо, что Дед Мороз существует. Дед Мороз всем несет подарки. Водителям еще дают духи, чтобы они нюхали, и украшения. Ладно, ладно, убедила. Ну и какой же ты подарок заказала в этом году у снежного дедушки? Я попрошу в этом году у Дедушки Мороза сделать так, чтобы на нашей планете никто никогда не ссорился и всегда был мир. Молодец! А я вот никак не могу определиться, что же мне лучше у него попросить, Порш или все-таки Бентли? Ха-ха! Ну определяйся скорей, времени мало. Дай мне надо знать, на чем же ты меня будешь катать в следующем году? Слушай, если Дед Мороз таки настоящий и щедрый, то, может, ему тоже хочется подарков? Конечно, и Снегурочке тоже. Ой-ой-ой, а если он не подарит машину, я не смогу его достойно отблагодарить. Думаю, ему просто будет приятно твое внимание. Я вот, например, планирую испечь для него красивый торт. А что же готовят наши участники, узнаем прямо сейчас. Снегурочке я подарила новую помаду синюю, а Деду Морозу подарила колпачок новый. А у него же силы кончаются, надо его покормить вот печеньками разными. Я бы подарила ему открытку. Магнитного лева. Я бы Снегурочке подарила конфету. Деду Морозу я бы подарила коньки. Можно Снегурочке лыжи подарить, а Деду Морозу новую шапочку. Хотела ему подарить посох. Я бы Снегурочке подарила санки и сережки. А я бы подарила холодильник, чтобы снежки туда ложились. Навигатор, чтобы не забывал. Я им подарила бы красивого котика пушистого, а Снегурочке подарила бы куколку. Снегурочке теплую шубочку.
Мешок, если у них порвался мешок. Апельсины. Снегурочке можно подарить белое платьице. Еще можно ей купить красивую шляпу новую. Веселый рисунок, машинку Hot Wheels. Я бы подарила ей разукрашку мою. Елку можно подарить. Надо ему подарить расческу, чтобы он расчесывал бороду. Я ему подарю крутую машину. Я бы хотела это сделать, только у нас денег мало. Я подарил Деду Морозу счастье. Сердце. Хорошее настроение. У меня другая дилемма. Как обычно, не знаю, что одеть в новогоднюю ночь. Эх, девушки, девушки. Не смейся, это очень важно. Я понимаю, но зачем же так переживать из-за мелочи? Это не мелочь. 2015 год, чья деревянной козы, а у нее есть тонкий вкус. Так что ей надо понравиться. Что за ерунда? Кстати, для мужчин тоже есть дресс-код для новогодней ночи. И какие там требования? Слушай и мотай на ус. Новую речную ніч треба одягатися красиво. Та надо одеть что-то теплое. Маскарадные красивые костюмы. Принцесса. Костюм трансформера. Я буду гномом. Черепашки-ниндзя. Я буду наряжаться красиво, ангелочком буду. А я одену Рапунцель. Костюм акулы. Костюм крокодила, но не плавиного головы, но ничего. У меня костюм снежинки, не платье. Цветочком можно одеться. Человек-паук. Бэтмен и самолет. Нужно надеваться празднично. Костюмы красивые бы. Я одела красивое платье и красивые туфли одела. Большой какой-то костюм. Надо одеваться очень-при-очень тепло. Ну, я надену шапочку красивую, как у Деда Мороза. Туфли там. Или даже платье. Красивый халат одеть. Вышивание штаны и вышиванку. Я бы сам себя одел, как Дед Мороз. Я, конечно, одел такой костюм. Мы прощаемся с телезрителями и со Старым годом. Желаем радости, счастья и добра. С любовью, ваши новогодние меркувалки! Jingle Bell Square in the